Через 10 лет я буду жутко богатой. И по выходным я буду звать парней из Восточной Европы. Ну, конечно. На свою яхту. И мы с подружками будем веселиться. Хороший план. Но я спрашивал о планах на семью, замужество, детей. Вот это все. Ты знаешь, у людей вроде нас сердца изо льда. Может, нужно их отогреть? Тогда они растают, и не останется ничего. Тут я не согласен. Это по работе или просто?